Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я буду играть в Minecraft версию 1.8.0. Тежняя бухта. Заходим мы. Сегодня я вам покажу мой домик на дереве. Или просто скорее деревянную крепость на дереве. Вот мы уже пришли. Вот это мои пленные снеговики. Я снеговиков назвал Майкл, а вот это Джек. А житель называю Носатым. Просто так Носатым. Жителем не хочется его называть. Вот у меня здесь печка. Мне плавятся алмазики. Здесь у меня всячина всякая хранится. Пойду вам покажу лучше, свою крепость, как я ее называю. Вообще-то это дом на дереве, но я ее называю крепость. Спускаемся. Вот это мой дом. Крепость. Здесь у меня джакузи. Или просто бассейн. Не знаю, как это назвать, но я его называю часто джакузи. Здесь я храню на всякий случай еду, если начнется потоп. Потому что вдруг в Майнкрафте будет потоп. Потоп. Я скачаю на всякий случай мод на потопы и буду выживать, наверное, если у меня выйдет скачать. Если вы мне... Помогите мне, пожалуйста. Если вы знаете такой мод на потопы, то ссылки мне напишите. Так, вот это сейчас покажу динамит. Ну, вы знаете все. Вот это домик для жителей. Скромный. Вот такой. И сейчас покажу мою супер шахту, которую, кстати, я сам нашел. Вот смотрите, секрет. Думаете, это просто колодец? Нет. Залезаем. Заходим. И здесь заброшенная шахта. Здесь летучая мышь. Давайте ее ударим. Вот тебе. Сейчас покажу лично мою шахту. И я, считайте, ее отобрал. Раньше ей какой-то игрок был, но я на ней был. Но я его убил и присвоил себе дом. Он мне часто приходил. Стоп, а что это там был за сундук, кстати? Карта сокровищ. Интересно, сейчас мы будем находить сокровища. Я потом вам покажу, значит, шахту. Сейчас пойдем за сокровищами. Так, понятно. Пошли выкапывать, значит. Вот только надо... Так, то... Надо сюда. Вот. Сиди. Кто не в курсе... Есть карты с сокровищами, которые там может храниться. Часто попадается вам там море, сердце моря. Сердце моря. Уже путаюсь в названиях. Давненько я не играл в Майнкрафт. Вот я, кстати, хотел показать вам. Здесь мое, считайте, моя стробаза военная. Здесь панда на рельсах лежит. А здесь арена драк. Тут голем самый главный. Далее. Идем. Так, о, мы уже близко чувствую. Чувствую сокровища просто. Они на ногу. Так.
что земля не должна делать. Ух ты! 64. Ух ты! Ух ты! Как... Добра! 64 с изумрудом. Только не знаю, для чего сердце моря. Так, пошлите, я вам покажу еще острова. Или арену хотите построить. Заходим. Берем мобов. Берем зомби или вот утопленника, нет, зомби лучше. Ставьте лайк, за кого вы болеете, за зомби или за голема. Он их раскидывает. Только не подглядывайте на следующем. Победил голем. Спасибо голему за участие. Но мы ему сделаем сложнее соперников. Мы ему сделаем эндермен. Странников края. Создать странника. Странника края. Голем справляется. Да, эндеры крутые. Но они не крутее голема. Давай! Вот представляете, кто-то сидит такой, говорит: Сережа, хватит смотреть, как рыцари сражаются. Или големы на арене. Пошли домой, тебе надо завтра в школу вставать. И, наверное, мы сегодня отправимся в ад гулять. В Майнкрафте берем обсидиан, зажигалку. Ну, можно на нее устремиться, но у меня их много. Возьму, конечно, на всякий случай так. Ну, например, здесь портал. Голем, не мешайте сердце. Все, идем в портал. Портал. Вот. Попытаюсь я сегодня, кстати, найти крепость. Я подумаю ее взорвать. Например. Да... Так, лаштав... Не, что-то бери хотелось. Быть в аду, тут как-то мрачно. Вот тут я думаю сделать свой второй канал. Или третий. Потому что у меня будет еще... Я сегодня еще могу, конечно же... Вот, кстати, у меня есть заповедник для пантов. Здесь бамбук для них растет. Панды, конечно же, клёвые. Мне нравятся даже они. Вот. Панда милая. Вот только жаль, что не можно переручить. Они бы с тобой и шли бы. О, кстати, я хотел показать вам пса. Я его назвал, кажется... А, Спарки я его назвал. Спарки, это ты? Не это волк обычный. Держи, беги отсюда, пока я тебя не убил. Так, можем залезть. Кажется, Спарки должен быть на первом этаже. У меня, кстати, тут 3. Я пытаюсь уже подняться на 5 этажей максимум. Ну, мне чего-то хочется на целых 20, например. Но это будет для меня много. Макс куда-то пропал, мой животное. Животина.
Макс. Макс, например. О, кстати, я хотел показать вам мой сарай. А вот ты где, Макс. Кстати. Иди сюда, Макс. Макс, ко мне. Или Спарки. Я его называю бы Макс, або Спарки. Макс Спарки. Я его оба называю Макс или Спарки. Но я тут не могу решить ему имя. Подписчики, дорогие, придумайте ему имя, пожалуйста. И куда он пропал? Опять прятался. Вот. Пошёлся. Ах ты хороший. Так. А здесь мой загон. А овцы, коровы. Я их так мучаю специально. А здесь мой маленький огород. Для вас это, конечно же, как для вас. Ну, я ж только 2 месяца начала играть в Майнкрафт. Потом у меня был он, конечно же, в 2016 году. Но я случайно его удалил. Ну, это мама его удалила, потому что не хватило. Так, гасим пожар обсидианом. О, кстати, хотел я вам показать еще зимний лес. Вы его, наверное, в видео видели вначале. Так. Здесь мы видим, как там... Тут раньше были снеговики обитали. Вот, кстати, один из них. Честно, не приздеваюсь. Возьмем вот это в руки. Куда ты еще? Ты мой дорогой. Сейчас я ему обрежу лицо. Тыкву. Не, я просто так тебе не дам издеваться над пауком. Будешь сравняться смешным. Ма, да. Мы не увидели, сейчас я его нужно... починю. Или сделаю нового, так сказать. Берем просто, например, заменяем... голову. Вот так. Берем. Эй, куда ты? А голову ж обрезать. Стричь. Присмешное лицо. Ну, на этом все закончено. Я уже буду... как сказать, уходить. Всем пока.